День благодарности – это важный праздник, который символизирует единство народа под флагом Казахстана. В его рамках по всей стране проводятся различные мероприятия. Так, в честь этого праздника продолжились мероприятия и в районах Жамбылской области. В Меркенском районе в Доме культуры прошло мероприятие, где выступили различные этнокультурные объединения, демонстрируя богатство культурного наследия региона. На мероприятии также были награждены граждане, чьи усилия способствовали развитию района и улучшению качества жизни его жителей. Поздравляем всех с праздником благовения, желаем здоровья, благополучия, успеха всем в жизни, в работе. И счастье, что мы живем в мире, согласии и благополучии. Аналогичные мероприятия прошли и в Шуйском районе, где активные гражданам были вручены заслуженные награды и почетные грамоты за их трудовые и общественные достижения. Эти мероприятия стали не только поводом для благодарности, но и возможностью для общения и укрепления связей в обществе. Уникальность Казахстана в том, что наша родина – это многонациональная страна, в которой дружно живут разные нации. Я, как гражданин нашего суверенного государства, хочу выразить искреннюю благодарность нашей стране. Спасибо тебе, Казахстан! Также подобные мероприятия прошли и в Турар-Рыскуловском районе. Важность Дня Благодарности подчеркивается тем, что он призван отметить и воздать должное людям, которые делают значимый вклад в развитие своих районов и страны в целом. Этот праздник напоминает о важности признания, поощрения труда и инициативы каждого гражданина в создании процветающего общества. Он также способствует укреплению социальной солидарности и единства национального сообщества. Мадияр Салыков, Казбек Камал, Еркен Жасыбаев, Жумахан Чекаев, Айхан Ахпарат.